Коллеги, вот нас с вами совсем немного. Приветствую Светлану. С вами мы виделись лично, да? Приветствую Ирину. Вот. Речь у нас сегодня должна с вами идти о том, как выглядит личный кабинет партнеров компании Skyway Capital. Ну, в принципе, я никогда не кривил душой, когда говорю, что каждую среду у нас есть какое-то новшество. Вот. Я вот хочу вас спросить, немногих, да? Заметили ли вы что-то новое в личном кабинете партнера компании Skyway Capital? Напишите. Ну и заодно поставьте плюсики, слышно меня там, видно. Так, заметили, да? Все пакеты заметили, которые мы ввели? Да, хорошо. Ну и еще, в принципе, следующее, что хочу сказать, мы с вами все равно заглянем сейчас внутрь личного кабинета и посмотрим, где это все находится. Вот. У нас есть целый ряд новостей. Кстати, вот у нас есть люди из Кишинева, Ирина, да? Ирина, скажите, а вы в курсе то, что у нас на этой неделе будет проходить большое мероприятие у вас в городе 10 числа? То есть у нас продолжается целая череда офлайн мероприятий. На этой неделе будет в целом ряде городов и стран. И в первую очередь это будет как раз-таки Кишинев, это будет мероприятие, которое будет проходить в Таллине. На следующей неделе мероприятие будет проходить и в Москве. 12 числа в 19:30 недалеко от нашего офиса в гостинице «Татьяна» будет проходить мероприятие, на которое вы можете пригласить своих знакомых, проживающих в московском регионе, москвичей, подмосквичей. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых может находиться в столице проездом, да, то есть они могут прийти, получить информацию о развитии нашего проекта. Если они не являются на сегодняшний день нашими партнерами, акционерами, то есть они таковыми могут стать. Информация была разослана в рассылке на электронные адреса наших партнеров, да, и я думаю, что она еще будет повторена в социальных сетях нашей компании. Вот, поэтому следите за этими новостями. На следующей неделе будет опять же череда мероприятий, которые будут проходить в целом ряде стран и регионов. В Словакии вчера прошла конференция, большая конференция европейская, на которой был и Сергей Сибиряков, и Алексей Суходоев, и Виктор Бабурин, которые знакомили и потенциальных партнеров, и тех, кто уже стал таковыми, да, с проектом, с планами развития группы компании Skyway. Вот. Поэтому мероприятий у нас становится больше, структуры растут, очень активно бизнес развивается на территории европейских стран. И вы знаете, что у нас в личном кабинете каждого партнера в разделе «События» есть расписание мероприятий. Там есть презентации, которые проводятся на целом ряде европейских языков. Например, французский специально для Германии проводится, Словакия, Чехия, Венгрия. Следите за этой информацией, если у вас есть партнеры, проживающие в тех странах, будущие партнеры, например, или друзья, знакомые, которые сейчас, да, вы можете их приглашать на данное мероприятие. Так, нас чуть-чуть добавилось. Еще раз хочу уточнить, нет ли среди вас вообще новичков, которые совсем ничего не знают, что где находится в личном кабинете партнера компании Skyway Capital? Вот. Я сейчас нажал кнопочку, которая будет демонстрировать мой рабочий стол. И мы, наверное, с вами начнем с новостей. Так. Да, то есть то, что новое у нас в личном кабинете появилось, и, может быть, даже больше внимания именно этому уделим. И дальше, может быть, какие-то вопросы, ответы будем двигаться с вами в этом формате. Сейчас у меня немного грузится компьютер. Если началась трансляция моего рабочего стола, можете поставить плюсики у нас в чате. Буду вам за это благодарен. Меня пишет, что идет трансляция, я тогда, наверное, перейду в личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Это главная страница, на которой вы можете видеть. Ну, первое, что бросается в глаза, да, это 4 вот вращающихся баннера. Первый из них – состояние ваших счетов. Что такое основной счет? Это счет, на который вы можете завести ту сумму, которую вы готовы проинвестировать в наш проект, выбрав предварительно пакет. Да. Далее, бонусный счет и акционный счет. Это те счета, на которые начисляются вознаграждение, если вы развиваете партнерскую структуру. Вот. Премиальный счет. Как правило, человек, который регистрируется, у него на премиальном счете сейчас появляется подарочная ситуация, которую он может сразу оформить, либо, скажем так, оформляя любой из пакетов, может добавить тому пакету эти ситуации, они будут приплюсованы к пакету, который он приобретает. Далее информация у вас, как о партнере, сколько вам осталось до следующего уровня по партнерской структуре, ваша квалификация, фамилия, имя.
Информация по маркетингу, да, то есть какое количество инвесторов вами лично привлечено в первом поколении, количество денежных средств в первом поколении и акции, которые вы приобретали, если у вас рассрочки. Вот, если рассрочки есть, соответственно, здесь будет написано, какой резерв по рассрочке у вас на сегодняшний день забронирован. Далее идет информация, круговые диаграммы, опять же, демонстрирующие, какое количество партнеров и денег вы привлекли в первом поколении. И информация по вашей структуре, сколько вам осталось по трем показателям для того, чтобы достигнуть следующего уровня по партнерской программе. Также, кстати, вот на всех разделах личного кабинета у нас есть кнопочка «Позвонить с сайта», которую вы можете использовать для того, чтобы обратиться в отдел информационной поддержки, который у нас находится здесь в Москве. И информация по последним зачислениям на ваши счета, то есть движение денежных средств. В принципе, здесь отражается информация по первому поколению вашей структуры. Далее вы легко можете зайти в раздел «Профиль», да, отредактировать профиль. Если вы только зарегистрировались, вам нужно будет ввести там, если посчитаете нужным, свое отчество. Вот. Я вам рекомендую не убирать галочки, которые вы здесь видите. Да. СМС-информирование о реферальных начислениях, кстати, очень удобно. Раз в неделю, если под вами строится структура, видите, я сейчас кликнул случайно на панели обращения в службу технической поддержки. Вот эта возможность у нас есть в личном кабинете справа. Вы можете написать свои вопросы, специалисты нашей техподдержки будут с вами контактировать и отвечать на те вопросы, которые у вас возникают. Далее в разделе «Профиль» у нас стоят галочки «СМС-информирование», я вам сказал, о начислениях. Если вы только зарегистрировались, да, и зашли в раздел «Профиль», то у вас телефон здесь будет красным цветом, вам необходимо будет подтвердить номер телефона. То есть вы нажмете кнопочку «Подтвердить», и вам придет смс-код, точнее в смс-ке придет код, который вам нужно будет ввести, и тем самым вы идентифицируете телефон, к которому привязан ваш личный кабинет. Далее есть галочка, которую рекомендую тоже оставить, это получать сообщение от менеджеров нашей компании обо всем, что происходит в нашем проекте. Если вы эту галочку берете, ну, почти 100% вам звонить в принципе не будут. Да, соответственно, вы можете какую-то информацию пропустить. Далее, вы здесь можете вписать свои контакты в социальных сетях, указать свой скайп, как я говорил, дополнить свой профиль той необходимой информацией, которую посчитаете нужным, вплоть до места проживания вашего, паспортных данных, даты рождения. Если вы все это сделаете, то нужно нажать на кнопку «Сохранить», эти данные будут в профиле сохранены. Также в профиле есть информация о вашем наставнике, если вы регистрировались по чьей-либо реферальной ссылке. Вот здесь слева написано фамилия, имя, скайп человека, электронный адрес, телефон. Ну и дата вашей регистрации, количество приглашенных, которые у вас есть в первом поколении. Также раздел профиля у нас доступен вот здесь слева в панели инструментов, персональные данные, документы. То есть это раздел профиль. Наиболее важные разделы сайта, я сейчас буквально кратко, видите, у нас внизу есть значок доллара, это соотношение доллара к рублю на сегодняшний день. То есть 1 доллар 64 рубля. Далее у нас есть инструменты партнера. По сути дела, это в первую очередь важно тем, кто планирует зарабатывать деньги по партнерской программе. И если человек еще не подписал агентского соглашения, договора, да, то раздел «Инструменты партнера» у него будет недоступен. Вот. И здесь будет находиться баннер, в котором будет предложено подписать этот договор, да, для того, чтобы вам эти инструменты были доступны. И первый инструмент в разделе «Инструменты партнера» называется «План вознаграждения». Мы сейчас находимся на этой странице. Здесь расписано подробно каждая из квалификаций, которые есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, партнер, консультант, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь каждой следующей ступеньки, как это выглядит, графическое изображение. И внизу каждой квалификации есть две активные ссылки, по которым вы можете кликнуть и скачать себе описание маркетинга и слайды. И вы можете, в принципе, данную информацию доносить своему окружению. Далее, у нас важный раздел – это реферальные ссылки в инструментах партнера, которые сегодня ведут на два лендинга – лендинг инвестора, лендинг партнера, на главный сайт и на форму регистрации. По сути дела, это первый инструмент, который вам приносит денежные средства, да, заработанные на бонусный инвестиционный счет. Потому что именно эти ссылки вы даете, люди регистрируются по ним, что-то приобретает, и вам после этого начисляют денежные средства. Баннеры. На презентациях мы говорим, что у нас есть большое количество баннеров для тех людей, которые хотят их использовать, и чтобы эти баннеры в течение 24 часов могли приносить, скажем так, точнее создавать трафик на наших сайтах, и с другой точки зрения эти баннеры помогают вам
приобретать какое-то количество реферальных партнеров, потому что вы выбираете сами размер, внешний вид, то есть который бы вы хотели разместить на своих блогах, сайтах, либо на страницах в соцсетях, да. У каждого этого баннера есть свой HTML-код, и вы выбираете, куда вы хотите, чтобы люди, кликая по баннеру, переходили. Либо на официальный сайт, кликнув по баннеру, люди перейдут, либо на лендинг партнеров. Копируете этот HTML-код и вставляете в поле вашего интернет-ресурса. Соответственно, 24 часа в сутки этот баннер будет моргать на вашей странице. Если у вас посещаемая страница, люди будут заходить, если им интересна будет эта информация, они кликнут по ней и перейдут на, либо на сайт, либо на лендинг партнеров. После чего они могут зарегистрироваться, и к каждому баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка. Вот видите, здесь ID вшит. Соответственно, таким образом вы можете расширять свою команду, и она может находиться у вас не только в других городах, но и в других странах. То есть размеров, как я вам сказал, здесь точнее 64, если не ошибаюсь, вида баннера, вы можете выбрать любой. Далее, к инструментам партнера я всегда говорю, что у нас относится раздел новостей в личном кабинете. Здесь слева раздел события, посерединке новости. Да? Любая новость, напротив нее справа есть кнопочки соцсетей. Нажимая любую из них, если вы зарегистрированы в этой соцсети, у вас появляется возможность отправить данное сообщение на страницу в той соцсети, где вы зарегистрированы. Ну вот я сейчас прямо это проделаю. Новые пакеты акций компании СВК, например, да. Нажимаем «Отправить», и данная информация размещается на странице в той соцсети, которую мы выбрали. Соответственно, люди, которые у вас есть друзья в контактах, могут с этой информацией ознакомиться в группах и так далее. То есть используйте данную возможность, как показывает практика. На прошлой неделе приходила моя наставница сюда, к нам в офис, она партнер нашей компании. У нее за очень короткий промежуток времени, благодаря баннерам, которые она разместила, да, вот, зарегистрировалось порядка 20 человек. Далее, что хотелось бы сказать еще про раздел событий. У нас вот здесь есть, как я вам говорил, расписание вебинаров. Это расписание онлайн-мероприятий. Вы можете заходить и, как говорится, сверять часы. Да? То есть, если вам интересно посетить какое-либо из мероприятий, вы просто нажимаете на это мероприятие, у вас открывается ведущий, время начала мероприятия и ссылки, необходимые для того, чтобы на это мероприятие попасть. Вот таким вот образом. Также у нас есть еще и онлайн, точнее офлайн мероприятия. Сейчас я вам просто покажу, где можно найти информацию о них. На сайте компании Skyway Capital есть разделы компании «Региональные лидеры». И вот как раз таки там, где у нас идет информация о региональных лидерах, есть, видите, расписание ближайших офлайн презентаций. Если вы на эту ссылку нажмете, то у вас высветится вот такая информация. 6 страниц текста с датами и телефонами ответственных в тех городах и странах, где данная презентация будет проходить. Найти эту информацию несложно, было бы желание ее разыскивать. Так, слышно, видно меня? Я вот вернулся сейчас. По сути дела, основные разделы сайта, как инвестировать, там раздел транзакций и так далее, мы много раз рассматривали на наших вебинарах. Я вам сейчас предлагаю просто тогда обратить внимание все-таки на то новое, что у нас появилось в сети, точнее, внутри личного кабинета. Согласны со мной? Если согласны, просто цифру 5 поставьте. Пятерочки. Ну, тогда давайте непосредственно рассмотрим те новшества, которые у нас есть. Новости, да? Итак, наверное, основные новости, которые есть в разделе личного кабинета, это мы переходим в раздел инвестиций. И заходим в раздел «Инвестировать». Если вы внимательно следите за развитием нашего проекта, то буквально день-два у нас появились пакеты «Малыш» и «Студент». То есть это пакеты, которые вы можете приобрести на своих детей, либо внуков, если вы являетесь опекуном, да, потому что на своем аккаунте вы можете оформить пакет на ребенка. Вот первый пакет «Малыш» рассчитан на 9 месяцев, и вы по $65 можете ежемесячно выплачивать на протяжении 9 месяцев. Вам будет начислено 100 тысяч 35 акций компании Skyway Capital. То есть там дисконт 170 с небольшим. Вот. Но если вы сделаете в процессе этой рассрочки двойной платеж, а двойной платеж компании Skyway Capital считается, вот вы заплатили за месяц положенный сейчас, например, да,
Если вы в течение 24 часов делаете второй платеж, соответственно, он считается двойным. И вам дополнительно начисляются еще 30 тысяч акций. Если вы будете являться добросовестным плательщиком, как мы говорим, без задержек, вовремя все выплатите, то сертификаты акций, которые вот вы приобретете, 135 тысяч 0,35, если вы сделаете двойной платеж, будут оформлены на того ребенка, которого, на которого оформили данный пакет. После того, как вы оплатите рассрочку, вам необходимо будет пройти несколько шагов. Первый из них – это заполнение анкеты на ребенка и потом на той же странице заполнение анкеты на себя. Далее идут там ваши паспортные данные, место прописки и уточнение еще целого ряда данных, да, вас как опекуна. После того, как вы все это заполняете, оформляется сертификат в стандартном формате, то есть сначала он идет на рассмотрение, потом на оформление, и после этого появляется у вас. Как я вам сказал, если вы являетесь добросовестным плательщиком, значит, вам еще дополнительно на премиальный счет будет начислено 5000 акций. То есть фактически вы можете на данном пакете получить от компании Skyway Capital 135 тысяч 0,35 акций компании Skyway Capital. Из них 130 0,35 будут начислены на ребенка, а 5 на ваш премиальный счет вы их сможете либо оформить отдельным сертификатом на себя, либо оформить вместе с пакетом, который можете купить впоследствии, и эти 5000 акций будут туда приплюсованы. Вот. Далее, пакет студент, он, по сути дела, условия те же самые. Кстати, сразу хочу сказать, что вот данные пакеты вы сможете оформить только на тех детей, которые у нас, скажем, родились с 99 по 2016 год. 17 лет, несовершеннолетние. То же самое касается пакета студент. Единственное, в чем разница между этими пакетами, другой дисконт, ежемесячный платеж, ну, значительно больше, да, в 2 с небольшим раза, почти в 2,5 раза. Ну и отдача по этому пакету совершенно другая. 242,5 тысячи акций вы можете получить, если вы делаете двойной платеж, то бонус дополнительно у вас получается 85 тысяч акций. И если вы все делаете срок, как мы говорим, добросовестно, да, не затягивая и так далее, вы получаете еще 10 тысяч акций в подарок на свой премиальный счет. Ну здесь, в принципе, раз уж мы находимся в разделе «Инвестировать», что еще, на что можно обратить внимание? У нас по-прежнему действуют пакеты «Старт», «Сеньор», «Стабильный бизнес». Это пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. На них также действует двойной платеж, то есть помимо вот тех цифр, которые вы видите здесь, 26 тысяч, 60, 175, 405, вы можете двойным платежом добавить себе 9 тысяч акций, 21, 60 и 144 тысячи акций. Номинал ежемесячной оплаты вы здесь видите от $25 на старте и до 200 на пакете «Бизнес». Есть крупные пакеты в рассрочку, такие как $500, $1000, $2500 и $5000 в месяц. Как я говорил, и многие из вас, наверное, слышали, что данные пакеты акций были введены по просьбе наших европейских партнеров, проживающих в странах, где, в принципе, люди готовы инвестировать такие денежные средства ежемесячно. У нас, скажем так, в странах СНГ с этим немного потуже, да, вот я вот сегодня буквально ехал на работу, слушал новости. С Барнаула едет мужчина, хочет встретиться с президентом Путиным, поговорить обо многом, является членом партии «Единая Россия». Он говорит, в регионе Барнаула зарплата ежемесячно 11 тысяч рублей. Из них около 6 уходит на оплату ЖКХ. То есть то, что у нас по стране говорят, там, что средняя зарплата 30-35 тысяч, конечно же, это все не так. Вот. И опять же, я сейчас не в плане поплакаться и так далее, но просто ситуация такая, что инвестировать, наверное, суммы такие, как $500 ежемесячно до $5000 ежемесячно на протяжении 10 месяцев, ну, во многих регионах Российской Федерации сложновато. Я знаю такие же проблемы на Украине, в той же Молдове и во многих странах СНГ. Далее, у нас есть пакеты на транс, я думаю, многие из вас знают, он выгоден тем, что на $1000 у вас дисконт минимальный, 235. То есть вы сразу же получаете 235 тысяч акций при оплате $1000 единоразово. Если вы в течение месяца оплатите еще раз, то вам будет начислено 270 тысяч акций. Если еще в течение месяца вы оплатите $1000, то у вас будет еще 290 тысяч акций. Итак, четвертый платеж, опять же, в промежутке не позднее, чем месяц после проплаты третьего, вы получаете полный, скажем так, набор из всех четырех действий на пакете «Инотранс». Мало того, когда вы приобретаете пакет «Инотранс», руководство нашей компании обязуется купить вам билет на выставку, если вы готовы на нее поехать и присутствовать лично в Берлине. Далее есть разовые пакеты 500 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч и 50 тысяч акций с хорошим дисконтом, который вы видите здесь, да, 280 до 335. Это пакеты, которые, ну опять же, люди
если они готовы инвестировать эти денежные средства, на выходе получить большое количество акций, вы видите, да, более 16 миллионов, например. И как большинство из вас знает, что к 2017 году мы планируем, что отдельно взятая акция к концу 2017 года будет стоить 1 доллар США. И вот те пакеты новые, да, о которых идет речь, которые введены, по сути дела, в личный кабинет сегодня. Важный акцент. Да, вот у нас по вторникам и пятницам проходят вебинары по партнерской программе. Так вот, я на этих вебинарах рассказывал о том, что партнерская программа с самого начала, когда начались инвестиции в наш проект, была введена для вознаграждения людей, которые готовы не просто даже стать инвесторами и приобретать акции для себя, но которые готовы рассказывать о нашем проекте, да, популяризировать его, доносить до своего окружения, и компания за это будет щедро делиться с этими людьми вознаграждением за проделанную работу. Так вот, пакеты, которые у нас здесь вы видите, да, стоимостью 250, 400, 1000 и 1800 долларов, это пакеты, которые вы можете приобрести только с бонусного счета. То есть, если вы строите партнерскую структуру, и у вас идут начисления на бонусный счет, то вы можете эти пакеты приобрести. На этих пакетах очень выгодный дисконт. То есть, опять же, это вознаграждение тех людей, кто помогает нам активно развивать наш бизнес, доносить информацию, да, работать с людьми. Потому что, вот смотрите, пакет, который стоит 250 долларов, да, у него дисконт 161. Пакет, который стоит 400 долларов, у него дисконт 226. И пакет, который стоит 1000 долларов с бонусного счета, вот если мы даже сравним с пакетом Инотранс, который является выгодным по отношению к простому прайсу, я вам сейчас это покажу просто, да? У него уровень доходности 250, на пакете Инотранс первый пакет 235. Соответственно, те люди, которые активно строят сеть, они могут быть вознаграждены. Вот эти пакеты сейчас выделены на более светло-желтом фоне в разделе «Инвестировать личного кабинета». И вот номинал этих пакетов 250, 400, 1000 и 1800. И вот их уровень доходности или дисконт. То есть пакеты очень выгодные. Опять же, это, наверное, с одной стороны даже стимул для развития партнерской программы. Вот мы сейчас просто даже можем сравнить эти пакеты. Вот видите, номинал у нас здесь 400 долларов, доходность 226. В классическом исполнении пакет номиналом 550 долларов, доходность 135. Видите? А там 226. Почти в два раза больше акций на выходе, если вы приобретаете вот эти пакеты с бонусного счета. Причем платите, видите, 90 400 акций. Уровень доходности 226, если вы покупаете за 400. Если вы покупаете за 550, уровень доходности 135. И на выходе акции меньше, чем в том случае. Кто-то может будет возмущаться, почему такие привилегии и так далее. Но вы знаете, люди проделывают огромный объем работы, строят структуры, помогают нам развивать таким образом бизнес. Соответственно, за это компания предоставляет этим людям возможность по более льготной цене купить пакеты акций. Кстати, мы сейчас с вами просто можем проделать следующий вариант. Еще раз хочу сказать, вот с этого желтого фона, это пакеты, которые вы можете купить только с бонусного счета. Вот если я единичку сейчас поставил, видите, на пакете 250, и спущусь вниз данной таблички, мы получаем сколько акций, стоимость, и оплатить я смогу, только введя денежные средства сюда с бонусного счета. Хоть у нас есть этот основной и акционный, но только бонусный счет будет учитываться. Вот таким вот образом. По сути, если из новостей, да, чего-то нового появившегося в личном кабинете, наверное, это все. Я знаю, что у нас каждый понедельник фактически дается информация на планерках, что вот-вот будет запущен новый личный кабинет, и все к этому идет. То есть дизайн личного кабинета будет видоизменен, будет более, скажем так, удобоваримым, эргономичным и так далее. Да, Ирина, можно оформить на ребенка, который, вот, скажем, родился у вас в промежутке времени с 99 по 2016 год. Это к вопросу, на кого можно оформить пакет акций «Малыш» либо «Студент». Вы, в принципе, можете на того же ребенка, которому 4 года, оформить как «Малыш», так и «Студент». Да?
Просто это сделали два пакета, даже не потому, что вот там разбивается по возрасту студент, скажем так, у нас 17 лет и старше, просто чтобы у вас был выбор. Если вы готовы оплачивать ежемесячно, например, $65, вы можете оформить, малыш. Если вы готовы оплачивать $150, да, ежемесячно, соответственно, вы можете оформить пакет студент на ребенка. Вот, и после того, как вы его оплатите, будете оформлять, скажем так, анкету на данный пакет, вы ведете данные ребенка, вы ведете свои данные как опекуна, и тем самым вы оформите. Нет, вот этот пакет «Малыш» вам не нужно, скажем так, по реф-ссылке регистрировать своего ребенка, вы просто в своем личном кабинете можете оформить этот пакет акций на несовершеннолетнего. Вот таким вот образом. Внутри вашего, вот почему я говорю, что это находится встроено сейчас в личный кабинет каждого партнера, и вы эти два пакета можете взять в рассрочку на детей несовершеннолетних. Почему у них и названия такие, малыш и студент? Если какие-то вопросы еще по личному кабинету у вас касательно, скажем так, ну вот сегодняшней темы, может быть, какие-то вопросы есть более широкие, что ли? Потому что, как правило, подробно личный кабинет мы рассматриваем уже на протяжении месяцев трех. Вот. Ну, нас немножко добавилось здесь в комнате людей. Скажите, есть ли среди вас те, кто вообще в личном кабинете ничего не может найти, не ориентируется? Вы имеете в виду сейчас про какую кнопку, Светлана? Вы имеете, то есть в перечне пакетов, да? В прайс-листе справа выбираете единичку напротив того пакета, который хотите оплатить с бонусного счета, да, и оплачиваете. Вот. Насколько я понимаю, сами пакеты, они, там рисунок вверху, что у нас такие пакеты есть. Баннер, да? Так это называется. Ну, раз уж я начал рассказывать про пакеты, которые у нас есть, да, наверное, важный момент, что в разделе, когда вы переходите приобретать пакеты акций в рассрочку, вы перейдете в итоге, нажимая на баннеры, которые у вас расположены на странице раздела «Инвестировать», да, вы заходите в раздел, либо сразу можете зайти в разделе «Инвестировать» в «Мои рассрочки», точнее, не в «Мои рассрочки», а в «Рассрочки». Каждый пакет, который вы приобретаете в рассрочку, имеет описание. Давайте я вам сейчас просто это продемонстрирую. Я надеюсь, что сейчас видно, я вот зашел как. Мы заходили с вами через раздел «Инвестиции», да, и «Инвестировать». Вот. То есть попасть в раздел «Приобретение пакетов акций в рассрочку» можно двумя путями. Зайти в раздел «Инвестировать» и кликнуть по баннеру, либо здесь, либо ниже, потому что это баннеры, которые переводят вас в раздел «Инвестировать в рассрочку». Либо сразу вы можете зайти в раздел «Инвестировать», если ознакомлены с информацией, если вас познакомили с этой возможностью, нажимаете «Рассрочки», и здесь уже напротив каждого пакета не просто баннер, да, вот там, вы можете нажать кнопку «Подробности» и почитать по каждому пакету акций, который вы приобретаете, потому что все они имеют описание. Пакеты, кстати, которые вы приобретаете вот из набора старт сеньор, стабильный бизнес, да, это те пакеты, которые помимо двойного платежа еще подразумевают, если вы строите партнерскую структуру, вот, и в течение месяца у вас не меньше трех новых инвесторов, которые совершают покупку на сумму не менее $25, то вам точно так же начисляется дополнительный бонус. То есть либо за двойной платеж, либо за трех партнеров, которые купили пакет акций номиналом не менее $25. То есть по каждому пакету вы можете ознакомиться. Вот пакет «Малыш», подробности, если мы нажмем, здесь все написано. Рассрочка 9 месяцев, содержит столько-то акций, ежемесячный платеж 65, номинальная сумма выплат 585. Дополнительно можете получить 30 тысяч акций, если совершаете единовременный платеж на 2 месяца, за 2 месяца подряд. То есть дополнительно 30 тысяч акций. Если все вы делаете без накладок и без задержек, как я вам говорил, 5 тысяч акций вам будет дополнительно в виде бонуса начислено как плательщику этого пакета. Вот. И важный момент, на который следует обратить внимание, видите, да, что приобрести
пакета акций в рассрочку у нас можно только за живые деньги. То есть акционного счета, вы заметите, здесь видите, его нет. То есть вы можете оплатить, если у вас есть деньги на основном счете, вы можете оплатить эти пакеты, если у вас есть деньги на бонусном счете, либо из того, чтобы списать, да, сделать первую оплату, либо использовать платежные системы, которые у нас есть в личном кабинете, как для пополнения счета, так и для приобретения пакетов акций напрямую. Это система Revolut, Visa Весь Мир, WebMoney, Advanced Cash, Visa для стран СНГ, Прибалтики и России, Яндекс.Деньги, Kiwi, кошелек Perfect Money, банковский перевод SWIFT и кошелек OPPAY. Это те платежные системы, благодаря которым вы можете вообще, скажем так, либо заводить деньги на основной счет, либо благодаря этим платежным системам, если у вас есть там кошелек в этих платежных системах, приобретать сразу напрямую пакет акций нашей компании. Вот. Что касаемо новых пакетов, которые у нас введены сегодня для покупки с бонусного счета, это я зашел в раздел инвестировать мои сертификаты, то есть если вы приобретаете какой-либо из сертификатов, то через какое-то время, только вы оплатите этот сертификат, оформите анкету, у вас здесь будет, скажем так, вот не будет стоять ни номера сертификата, ни даты, сначала будет просто количество акций и стоять статус сертификата, что он на рассмотрении, потом на оформлении. Когда вам сертификат компании Skyway Capital будет оформлен, да, вот как у меня вот сейчас, вы можете посмотреть этот сертификат. Вот здесь нажимаете, вот так вот он выглядит, да. Он аннулирован, так как данные, скажем так, в моем сертификате уже переданы в реестр, независимый реестр держателей, и, соответственно, вы можете уже после этого нажимать на кнопку «Выписка из реестра», и у вас моментально пойдет закачка на ваш компьютер этой выписки с подписью Анатолия Эдуардовича Юницкого, с печатью и с тем диапазоном числовым акций, номером сертификата, то есть который за вами закреплен в основном реестре. Вот таким вот образом. Можно заказать после того, как ваши данные будут внесены в реестр основного реестра держателя, доставку бумажного сертификата Евразин Рейс Скайвей Холдинга. Так, раздел «Инвестировать». То, что Светлана вот задавала вопрос. Вот эти пакеты, да, вот как бы здесь мы на них кликнуть не можем никак. Выбрать пакет, который с бонусного счета, вы можете вот в таблице, в прайс-листе, выбрав тот, который хотите оплачивать. Один пакет, значит один. 10 пакетов, значит 10 плюсиков можете нажать. У вас здесь будет количество, внизу будет под таблицей просчитано количество акций, да, ну и будет написана сумма, которую вы должны будете оплатить. Так, ну и, наверное, давайте все-таки, раз уж вы находитесь здесь, и кто-то там сказал, что плавает, разберем раздел банкинга, да, хорошо, то есть у нас есть раздел транзакции в разделе банкинг, то есть этот раздел показывает все движение денежных средств, которое происходило в вашем личном кабинете. То есть вот вывод денежных средств, начисление по бонус, по партнерской программе на бонус на акционный счет, вы все это здесь можете найти. Вот если вы активно развиваете структуру, соответственно, у вас таких страниц по 10 записей, да, как правило, у нас здесь делается, будет много. И вы можете проследить всю историю зачислений, скажем так, и снятия денежных средств в вашем личном кабинете. Далее. В принципе, самая безболезненная первая покупка пакета, она выглядит следующим образом. Вы заходите в раздел «Пополнить», у вас везде нули, да? Пишите здесь сумму пополнения счета, которую вы хотите ввести, и нажимаете «Пополнить». После чего у вас высвечивается здесь такой баннер. Давайте я сейчас просто покажу, потом уничтожу. Напишу 100 на 100 долларов. Нажимаю «Пополнить». Видите, высвечивается баннер, на котором написано, что мне выставлен счет номер 154728 на 100 долларов и предлагаются способы оплаты, при помощи которых я могу эти деньги на основной счет завести. Я их уже перечислял, вы сейчас видите снова. Да? OPPAY, Perfect, Яндекс, Visa, как Россия, СНГ, Прибалтика, так и весь мир, Advanced Cash, Kiwi, кошелек, WebMoney, Revolut и перевод SWIFT. И написана комиссия, какая с вас будет снята, да, если вы будете переводить деньги таким способом. Вот. Выбираете любую из этих платежных систем и действуете по инструкции. Видите, тут выберите способ оплаты, и дальше вы будете делать по шагам, что вам необходимо предпринимать. Я сейчас этого делать не буду. Вот. Зайду в раздел «Выставленные счета», и мы сейчас с вами увидим. То есть, вы видели, да, номер счета, который был указан, он сейчас у меня появится здесь, в ожидании. Нажимаем, вот он,
154 728 на $100 сегодня в 17:38 6.07.2016. Если вы таким образом, скажем так, ввели сумму, которую хотели пополнить, и вдруг обнаружили, что у вас не хватает на тех платежных системах этой суммы, то счет можно не удалять, просто пополнить тот кошелек, при помощи которого вы планировали пополнить основной счет нашего личного кабинета, зайти в раздел «Выставленные счета» и нажать здесь «Оплатить». И дальше будете действовать по инструкции. Я же нажму здесь «Отменить». Меня сейчас система спрашивает, вы действительно хотите отменить данный платеж? Я говорю «Да». Сайт погрузился, и вуаля, как мы говорим, да, видите, в ожидании у меня не осталось ни одного счета. Есть только те, по которым я покупал акции, оформлял акции. В разделе выставленных счетов подтверждены. Далее в банкинге у нас есть возможность перевода денежных средств на счета своих партнеров. Если у вас в округе есть люди, которые плохо себя чувствуют в мире интернета и плохо работают на компьютере, но хотят стать инвесторами, вы можете их зарегистрировать предварительно, у них наличкой можете взять ту сумму денег, которую они готовы проинвестировать. Если у вас на счету достаточно такой суммы денег, которую они хотят проинвестировать, вы либо с основного, либо с бонусного, либо из того и с другого счета суммарно переводите на счет этого человека денежные средства. Вписываете после того, как вписали сумму, электронный адрес этого человека, он является логином. Система находит его, здесь пишет, да, такой пользователь есть, фамилия, имя, отчество его. Вы нажимаете «Продолжить». Вам отправляется код для продолжения этого действия. Потом вы его вводите в положенное окошко, и деньги с ваших счетов списываются и попадают на основной счет того партнера, которому вы эти деньги переводили. И он их может использовать для покупки тех пакетов акций, которые он хотел купить. Далее у нас есть раздел «Запрос на вывод и настройки». Давайте зайдем сначала в настройки и объясню почему. Чтобы выводить денежные средства, вам необходимо добавить платежные реквизиты тех платежных систем, которые у нас встроены в личный кабинет для вывода. Всего их у нас здесь 6. Это карточка Visa MasterCard, Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, Helpmoney, OkPay и долларовый и рублевый Advanced Cash кошелек. То есть вы выбираете тот, что там, где вы зарегистрированы, куда вам удобно деньги выводить. Выбираете эту систему. Прописываете, да, свой кошелек здесь, нажимаете ОК, данный кошелек добавляется в список тех, на которые вы можете вводить денежные средства. У меня здесь, видите, есть Яндекс и Киви. И далее, для того, чтобы вывести денежные средства, вы заходите в раздел «Запрос на вывод», выбираете из того списка, что у вас есть, куда вы хотите деньги перевести, ну, вот, например, Яндекс я выбрал, да, и здесь вписываете сумму. Сумма вписывается целым числом от $30 и выше. Через короткий промежуток времени специалисты нашего финотдела обработают заявку, денежные средства вам будут выведены. Вот таким вот образом. Это что касается раздела банкинга, раздела инвестиций мы с вами рассмотрели. Статистика это по маркетинг-плану. В принципе, вот так, если на пальцах, кратко, да? Ничего сложного в работе с личным кабинетом партнера Skyway Capital нет. У нас есть записи предыдущих, кстати, вебинаров. Так, у меня пакет акций юбилейный. Дмитрий, давайте я вам такой вопрос тогда задам, да? Вы пакет юбилейный оформили, то есть до перехода на 7-й этап, правильно? Потому что у нас юбилейный, он пропал. Вот. Если вы заказывали пакет юбилейный, вам положена монета, да, то есть несколько путей. Первый из них – это монета вам отправляется по почте. Второе, если у вас есть кто-либо в московском регионе, кто может посетить наш офис, вот, он может эту монету забрать. Но предварительно, конечно, нужно со службой реестра договориться. Спасибо вам, Светлана, за ваш добрый отзыв. Руководство компании, сотрудники IT-отдела, те, кто работает над, скажем, упрощением интерфейса нашего и алгоритма работы личного кабинета, трудится каждый день, и у нас новшество появляется. Цель действительно упростить все действия, которые можно делать. По поводу дивидендов здесь прозвучал вопрос, да, и в какой форме и так далее. Ну, конечно, сейчас самый логичный мой ответ, может быть, сухой он, с одной стороны, давайте их дождемся. Но ситуация такая, дивиденды, вы понимаете, Ирина, мы будем получать только тогда, когда у нас компания начнет получать прибыль. Компания начнет получать прибыль тогда, когда уже будут строиться дороги.
И эти дороги окупятся и начнут приносить эту прибыль. И вот в конце уже собрание акционеров будет принимать решение, да, какую сумму там направить и так далее. Хотя по инвестиционному меморандуму сказано, что 20% от прибыли компании, да, выделено на тот пакет акций, с которым работает компания Skyway Capital, компания РСВ. Вот, и на эти там 15% распределяться будет до 20% прибыли, которую будет получать компания. Но будет ли это через год, вы знаете, ну, наверное, нет. Потому что все-таки нам нужно сейчас достроить экотехнопарк, продемонстрировать, и строить-то мы, в принципе, можем начать по большому счету тогда, когда получим сертификаты на эти виды транспорта, да, на транспортные средства там, и так далее, и так далее. Хотя вот адресный проект в Австралии и еще в целом ряде регионов, как говорят, практически на мази, но все равно ждать дивидендов в ближайший там год, я думаю, пока не стоит. В какой форме? Ну, в какой форме? Вот то количество акций, которые у вас есть, долей компании, да, то есть выделяется сумма там на дивиденды. И вот есть какое-то количество акционеров, владеющих разными долями. Так вот эта сумма разбивается на все доли целиком. Да, и вот если у вас там миллион акций, соответственно, 0,000 центов будет умножено на миллион. Если у вас 100 акций, кто-то вот решил поиграться, зарегистрировался и оформил себе 100 акций компании Skyway Capital, ну, соответственно, вы понимаете, что сумма дивидендов на 100 акций будет... Ну, в общем, она вас не очень обрадует или не обрадует совсем. Поэтому, в принципе, выгодно что делать? Да, если у вас есть возможность купить большой пакет акций, либо купить несколько, может быть, не очень больших, но строить партнерскую структуру и докупать акции там с бонусного счета, с акционного счета и так далее. Тем самым увеличивая портфель инвестиций в нашем проекте, и суммарно этих акций будет гораздо больше, и дивидендов, соответственно, на это количество долей компании у вас будет больше. Вот такие дела. Дмитрий, а вам нужно обратиться в службу техподдержки, если вы купили пакет юбилейный, и если вам, скажем, монета каким-то образом не дошла, написать, что я такой-то, такой-то, хочу получить монету. Если вы хотите по почте, значит, пропишите свои почтовые данные, у нас служба реестра поверит, да, что вы это делали, и будет отправлять вам монету. Либо вы можете написать, что мне удобно, чтобы вместо меня эту монету там забрал кто-то, и дальше уже можно выстраивать взаимоотношения, как этому человеку появиться у нас, забрать монету и сертификат на нее. Потому что у нас не просто железяка отправляется, да, там изображение нулевого километра, еще и сертификат с личной подписью Анатолия Дарыча Юницкого на каждую монету. Ну, видите, да, про дивиденды подробно рассказывал Сибиряков. Ну, мне как бы сложно рассказывать подробно про них, потому что пока это перспектива, это не то, что несбыточно, да, но это будет в скором будущем. И форма, как они будут выплачиваться, в каком виде, там, в электронном варианте, какие аккаунты и так далее, сейчас предположить трудно, да, потому что по мере приближения к этому будут прописываться, наверное, какие-то программные решения и так далее, чтобы вы могли либо продавать эти пакеты акций, в конце концов, да, не вставая с кресла в своем доме и так и прочее. И вы знаете, что очень много сейчас торгов биржевых, да, там люди покупают и расстаются с акциями в электронном виде, и деньги, скажем, в течение там, долей секунд меняют своих владельцев, акции меняют своих владельцев и так далее. Я думаю, что у нас будет все примерно в таком же виде. Так. Ну, Светлана, вопрос я ответил. В принципе, я смотрю, что есть еще какие-то вопросы именно по личному кабинету, которые рвут душу в клочья, нервируют. Я думаю, что в следующую среду у нас что-то еще поменяется в личном кабинете. Поэтому если у вас есть партнеры, которые и так плавают, да, и вы им все никак не можете объяснить, что это такое, приглашайте их на вебинар. Будет больше людей, мы проведем, каждую кнопку нажмем, покажем, потому что я знаю, что вот сейчас я вижу по именам, как обычно люди заходят на вебинары и так далее, вы практически все старожилы. То есть не первый раз на подобных вебинарах, возможно, видели записи и так далее. Если вопросов нет, я думаю, что основные, скажем так, новые моменты, новые разделы кабинета мы озвучили. Давайте, может, будем заканчивать тогда.
Сегодня еще будет технологический вебинар, на котором вы можете присутствовать в 19 часов и в 20 часов. Алексей Суходой, Сергей Сибиряков наверняка будут много рассказывать про Словакию, где они находятся, да, то есть были вчера, где они сегодня. Переговоры важные должны у них состояться, да. Поэтому приходите сами, приглашайте ваших партнеров, получайте информацию, ну, от тех, кто в гуще событий находится там, да. Они еще эмоции свои вам передадут. Вот, их может быть даже очень много. У вас подхлестнет там, сидя на табуретке у себя дома. Поэтому в 19 часов и в 20 будут вебинары. Плюс ко всему, посмотрите в разделе расписания. Сегодня еще могут быть вебинары на иностранных языках. Спасибо вам за внимание. До новых встреч на наших мероприятиях. Завтра в 18 часов будет презентация. Вот. Поэтому, если есть те, кто хотел бы об этом процессе, который у нас происходит, узнать, приглашайте завтра на 18 часов. Поговорим кратко о технологии, поговорим о предложении компании Skyway Capital, которую она делает, да, выгоды сотрудничества, о партнерке немножко. Буду рад вас видеть всех. Спасибо за внимание. Всем отличного вечера.